Спасибо. Так, вот еще по блокноту. Тут календарь на 2019 год. Значит, вот это проект «Молодежь КНР», движение, которое возглавляет Владимир Владимирович Путин. КНР, вот, и молодежь, которая активно участвует в помощи президенту в развитии страны, в реализации Ульманских указов, направленных на повышение жизни людей. Спасибо. Вот, поэтому нам год, а мы не принимаем, а дарим подарки в честь именно этого праздника. Всего год, а уже много очень добрых дел сделано. Как называется ваше это? Общероссийский народный фронт. Вот. То есть много сделано, благоустроено детских площадок, отремонтировано, значит, сооружений различных, то есть спортивных. Вот, то есть акцию мы проводим, флаг в каждом окне. И, наверное, ко Дню Конституции в декабре придем к вам, чтобы в каждом окне вот слово «Россия» горело. Собрать из всех окон, выставить такую компанию. Спасибо вам. Татьяна Рогалева, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Артем, и я активист движения «Молодежь КВНР». Сегодня нам исполняется ровно один год, и мы хотели бы не принять подарок, а наоборот подарить вам вот такие вот хризантемы ромашки. Общественная организация «Молодежь КВНР». Сегодня нам исполняется ровно один год, и я хотел бы подарить вам этот букет ромашковых хризантем. Спасибо. 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 Сп